Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, леди и джентльмены, вся эта методика приходит из уникального опыта. Игровая трансформация из этой другую зону, схему тактически, анализируя переустановки игроков. Определенная техника, как добиться таких показателей, таких результатов, как думать так, чтоб не проиграть. Так, чтобы не проиграть. Все это у нас в голове. Думать по определению, думать по понятиям, думать по смыслам. В мировых спортивных развлечениях проект Вселенная рейтинг FIFA. Но есть, друзья, есть определенные правила. Как и в любой игре, можно как выиграть, так и проиграть. Тогда! Индивидуальная структура Криштиану Роналду заключается в этом сезоне не только как индивидуальное мастерство в плане того, что у него есть преследователи. Лионель Месси, 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 это уже Роналдо, 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 спокойно, без эмоций. Алло, здравствуйте, я Халк Хоган, вы меня слышите, я готов дальше выбрать оптимальный план для следующего сезона. Неймар есть, есть Неймар, гол, 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 это Неймар. Это Неймар! Это Неймар! Это был Неймар! Неймар! Честер Сити взял требал! Требал! Ман Сити уверенно взял! Взял! Качественный футбол показал в сезоне 22-23, друзья! Ой! Какой! Какой гол! Какой гол! Здравствуйте, Арсенал! Здравствуйте, Севилья! Вы кто такой? Вы кто такой? Как вас зовут? Здравствуйте! Это через себя! Это лучший гол в сезоне, наверное, нет! Мы рады приветствовать всех поклонников большого футбола. Мы — это ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень любопытный матч нас ожидает. И смотреть мы его будем, разумеется, в прямом эфире. Hey, всем привет, друзья, меня зовут Андрей, это канал Александр Смит, исполнение Месси, Смитплей, это мировые развлечения, проект Вселенная, рейтинг FIFA, это прямо сейчас Барселона-Бавария. Бавария-Барселона, два великих клуба, две великие противостояния по плану, по игре, по взаимоотношению, по всем этим самым уровням. Это преследователи главного понятия, это преследователи высшего уровня. Не такого, возможно, ожидал Лионель Месси в этом сезоне, потому что за звание лучшего бомбардира, соответственно, Лионель Месси уже об этом не думает, потому что Криштиану Роналду, как главный фаворит, Криштиану Роналду есть тот, кто, соответственно, преследует нашего Криштиану Роналду, это Серхио Кун Агуэро. Непонятно, что, как вообще будет в этом понятии, в этом смысле. Начинают команды, друзья, команды, которые друг друга уважают, и уже, друзья, у этих команд есть, наконец-то, друзья, то самое право, респект, они уважают друг друга, они знают, кто такие команды. Это Левандовски, это Лионель Месси, это Месси, это Левандовски, это мир спортивных развлечений, проект Вселенная, рейтинг FIFA. Мы с вами, друзья, сейчас будем смотреть, как эти команды будут друг друга читать, противостоять. В общем, какие-то различные варианты поставленных задач на этот матч, естественно, у них будут. Много-много-много тут, естественно, в дождливую погодку сыграет Барса и Бавария. Мы все знаем, как умеет Барселона начинать. Может быть, сейчас попробовать что-то такое эдакое придумать. Может быть, да, почему, в принципе, нет. Барса сразу идет в атаку. Она сразу читает информацию, которая выдает ей Бавария. Она помнит 42-й мировой. Она помнит, она знает! Она понимает и знает 42-й мировой! Неймар! Неймар 1-0, Барса повела, вот это да, вот это такая вот игра, быстро-быстро, тики-таки от испанской Барселоны, тики-таки привели к званию, опа, вот это хороший был момент сейчас, вот это хороший был вариант, друзья. Именно в ту точку, именно в то самое да, которое, соответственно, было продемонстрировано от Неймара. Неймар продемонстрировал идеальный момент, друзья. Вот она начальная фаза атаки, уметь читать игру, уметь в голове разные схемы вариантов иметь, чтобы, соответственно, друзья, поставленную задачу реализовать. Барселона, друзья, на 20-й только минуте, друзья, уже реализует первый момент. Барса очень заведенно начала, очень рискованно играет Бавария, пропускает первый мяч от Барселоны. Месси, 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 момент, еще пас на Неймара, Неймар падает, но Бавария все-таки как-то вырывается, друзья. Это очень важное противостояние, друзья, такого никто не ожидал, что так начнется матч. Это противостояние команд, когда, соответственно, друзья, Барса понимает, что
Это противостояние команд, каких именно... Дани Алвес. Это противостояние команд, которые уже, друзья, друг друга просто перечитали. Так эти команды уже, друзья, отобрали победу у Барселоны. Мы знаем, что Бавария именно та самая команда, которая отобрала победу у Барселоны в 42-м мировом. Мы все это помним. Сезон 2009. Бавария, друзья, делать хорошо. В общем, так вот. Бавария один момент создает, но не реализует, друзья. Понимаем, друзья, вот это вот уважение, которое есть у команд, уважение у Барселоны к Баварии, уважение у Баварии к Барселоне, друзья. Это уважение, друзья, зарабатывается нереальным трудом, оно зарабатывается. Это должен пройти большой путь между этими командами, между этими всеми сопротивлениями. Соответственно, друзья, мы понимаем, что Бавария уже не претендует ни на что в этом матче, в этом сезоне. Она лишь претендует чисто за уважение. Уважение какое! Левандовский! Подарили ему шанс просто. Левандовскому, друзья, подарили шанс. 100% момент, друзья. Манчестер Сити дарил шанс Левандовскому. Дарил. Барселона дарит шанс Левандовскому. Левандовский под конец сезона, друзья, умеет, друзья, читать игру, друзья. Он читает игру голкипера. Голкипер, естественно, друзья, сыграет как... Ну, это футбол, это киберспортивный футбол. Тут всегда так разыгрывать нужно мячи. Нужно помнить о том, что тебя могут прочитать на самом деле, друзья. Иначе на самом деле и прочитали... Игрока Барселоны Терштегена, друзья, прочитали. И Левандовский, друзья, сделал то, что от него ждали. Посмотрим, что в этом матче еще будет. Первый тайм пока еще не заканчивается. Все долго, все быстро, все вот так вот. Вот так вот, ну вот так вот, Неймар, ответка! Ответка от Неймара! От Неймара прилетела! Какая ответка прилетела от Неймара, друзья. Вот это да, ответка туда, ответка сюда. Неймар забивает еще один гол Баварии. И это, друзья, уже показатель того, что Барселона, друзья, выходит вперед. Мы помним, сколько забивала Бавария. По-моему, Трена забивала в 42-м мировом. Я что-то не подготовился, не вспомнил, как там было. Я обычно раньше делал там предыдущий матч этих команд прошлых сезонов. Сейчас такого нет, мы просто быстро играем, просто быстро смотрим, как это все будет. Все еще будет, друзья, прошлый тур закончится так, что самый красивый гол сделала Севилья, которая, походу, будет вылетать после этого матча. Мы сейчас быстро посмотрим, как забивал Неймар, как забивала Барселона, как играла, в принципе, Барселона в этом самом первом тайме. За звание лучшего бомбардира в сезоне 15-16, естественно, Неймар не стремится, но забивает он очень много, друзья. Он забивает на уровне Лионеля Месси. Это лучший сезон Неймара, естественно, сезон 15-16. Мы еще, друзья, с вами посмотрим главного преследователя Куна Агуэро, как он сегодня себя покажет, потому что хет-трик Криштиану, друзья, выдает то, что они, друзья, наравне идут Криштиану Роналду и Куна Агуэро, друзья. Настоящая борьба за звание лучшего в мире, за звание лучшего в мире в этом сезоне, за сезон 15-16, за FIFA 16, за FIFA именно, где я был ветераном. Мне кажется, Куна Агуэро составит большую конкуренцию Криштиану Роналду. Это мировые спортивные развлечения, проект Селена Рейтинг FIFA, друзья. Это уважение запредельное всему показателю, друзья. Это Бавария и Барселона, друзья. Две старинные команды в том плане, что, друзья, они соперничают уже очень давно. Еще с сезона 9-10, когда в финале, друзья, в финале сезона, друзья, именно в финале сезона Барселона просто взяла и проиграла Бавария. Это был важный матч, это был важный отрезок матча. И Барселона не смогла удержать ту самую победу, друзья. Лионель Месси пробивается по мячу, пробивается по воротам. Что я несу. И, друзья, и получается, что первый тайм, все. Второй тайм был просто, был закрыт. То есть команды попали в темп, в ритм именно в первом тайме. И во втором тайме, друзья, моментов совсем не было. То есть 2-1. Барса заработала важнейшие очки. Барса до сих пор еще считается той командой, которая, если попала в финал Лиги Чемпионов УЕФА, значит, эта команда продемонстрировала свой самый высочайший уровень потенциала. Потому что если команда реально попала в финал Лиги Чемпионов УЕФА, мы сейчас вспоминаем Интер Манчестер Сити, где Манчестер Сити обыграл Интер и стал впервые чемпионом в Лиге Чемпионов УЕФА. И также и здесь, друзья, Барселона по-прежнему считается той командой, которая играет в финале, потому что она претендует так же, как и Мадридский Реал. Да, Мадридский Реал, может быть, почти уже оформил чемпионство, Мадридский Реал уже почти в двух шагах от того, чтобы зафиксировать элемент победы, чтобы зафиксировать тот показатель или иной показатель, в общем, поймать игру. Сейчас попробует в активной фазе ПСЖ на встречных курсах.
или оборонительные какие-то функции в тактических отступлениях со стороны команды, которая будет сегодня отступать. Это интернациональный финалист Лиги чемпионов УЕФА. Фокус на игроке Ибрагимович, он забивает в каждом почти матче, но последние матчи не такие совсем хорошие. Какие-то не такие, какие мы ждали. От него, может быть, кто-то ждал, может быть, кто-то не ждал. ПСЖ очень хорошо себя показывает, реализует. Это мы скипнули, это не надо. Составы нам не нужны, давайте ближе к матчу. Зафиксируем траекторию движения, как факт очевидного. Посмотрим, как сегодня покажет нам ПСЖ стабильную игру. В своей гибридной формации активных действий Ибрагимовича показательно. Ибрагимович, потому что Ибрагимович, как очевидный факт того, что он забивает очень много, он самый важный. Футболист в ПСЖ, он самый активный, он самый забивной, он самый быстрый. Он самый такой, у него хорошая, кстати говоря, прическа, прям такая, как примерно у меня. Опачки, ПСЖ в атаке. ПСЖ, друзья, показывает действия, показатели, друзья. Все расчетливо, расчетливый момент передачи, и все, друзья. Вот он, друзья, в каждом аспекте было движение, было расположение игроков. Расположение, друзья, игроков, это очевидно, как факт, друзья, сыграть, рассчитать движение, расположение игроков, где кто как находится в правильном... в правильной позиции, в правильном выборе позиции, в нейтрализации врага. В общем, смотрите этот сезон, друзья, самый просматриваемый в истории всех сезонов, друзья. FIFA 16, ветеранская FIFA. FIFA 16, друзья, действительно ветеранская. Она завладела всеми понятиями, то есть она самая просматриваемая. Это самый просматриваемый сезон мысли, тактики и стратегии. Вот так могу сказать. Вот так могу заверять и говорить. В атаке ПСЖ еще один момент. И момент, друзья, переходит за территорию поля. Нам показывают еще один момент, как этот самый гол был реализован. Кстати, Ибрагимович пропускал этот момент. Как и, в принципе, команда Интера. Желтую карточку получает наш элемент понятия, наш тот самый... показатель забитых мячей, именно та самая реализация Ибрагимовича нужна и в этом матче, чтобы Ибрагимович показал свой момент, что он тоже может составить конкуренцию Криштиану Роналду, но он составил конкуренцию Лионелю Месси, Неймару и еще каким-то футболистам, которые не претендуют на самую золотую бутсу, ту самую. Мы еще посмотрим, друзья, в этом 140-м мировой, еще 141-й, который я прямо сегодня запишу подряд. Матч, друзья, для вас нарезал, отрендерил, соответственно. Свое уютное время отыграл эти матчи на своих условиях. Все красиво, все по факту, по действиям, по всем этим законам, пределам. В общем, все красиво, все расчетливо. Должна быть последняя игра на разрыв всех претендентов. Потому что, друзья, это последний матч, это близится финал. Близится конец. У нас тут, смотрите-ка, я направо сейчас, смотри-ка, ты мне право будешь бить, да, Паласио? Я вправо. Опа! Сыграл, друзья, на это мысль, тактика и стратегия. Сезон расчетливого... сезон расчетливости. Сезон главности на понятие в показателе себя готовности. То есть сезон нужно показать именно, как ты рассчитаешь, как ты сделаешь расчет, как ты подготовишься к матчу, какая у тебя физическая составляющая модель функции на функцию. То есть как ты будешь готов... к матчам следующим. Кстати, отсюда кажется, что гол, но это штанга, это ответка от Интера, которая вознесет лишь только воспоминание о том, что была штанга. А нам вспоминается только результат после этого матча. Неважно, что было, сколько было моментов. Еще раз нам покажут этот момент, потому что этот момент, друзья, если честно, показался даже, когда я играл, записывал в уютное время, друзья, я даже думал, что это гол, но нет. Это перекладина, друзья, это прям вот не то, что как вот облизнул, да, штангу, это прям не облизнул, это прям заглотнул. Это прям конкретно, это прям вот так вот, это прям ПСЖ, это прям в штрафной площади, это прям подача, это прям Кавани, 2-0, все, до свидания. До свидания, фантастика, расположение снова, опа, как в NBA, Энбала, хупы, хоп, трехочковый захерачил туда я. Трехочковый я положил, потому что баскетбол я посмотрел. Посмотрел и посмотрю, и смотрел, и смотреть буду, потому что баскетбол тоже прикольная вещь. NBA Live, как вам NBA? 2K23. В общем, как вам эта игра? FIFA 16. Последний идут матч, друзья. Все, это уже по сути идет... Я уже сказал, друзья, поймать игру в активной фазе на встречных курсах. То есть встречные курсы идут. Тут нет никаких оборонительных функций, тактических отступлений. Тут просто вперед, просто на волну, просто на подачу, просто взяли и отыграли. Без Ибрагимовича, друзья, сегодня без реализации. Сегодня, друзья, это такая вишенка на торте после сегодняшней победы. Вишенка на торте, окей. В общем, вот так вот. Эдинсон Кавани.
забил гол, очень, кстати говоря, красивый, кстати, красиво порадовался, мне, кстати, нравится, как он порадовался, что-то в этом есть, безусловно, да. Идем дальше, друзья, вот так вот хуяк, двигаемся дальше, так вот, оп! У нас тут конец матча между Арсеналом. Джек Уилшер отсутствовал в этом матче, потому что его дисквалифицировали по всем статьям, по всем законам, по всем определениям, по всем понятиям. Главное, что по всем законам. Соответственно, друзья, Джек Уилшер пропускал этот матч против Атлетико Мадрида. Здесь, друзья, в матче у нас какой счет, сейчас посмотрим. Озил, друзья, забил потрясающий гол, первый гол в сезоне. Как обидно, как вот так вот без Джека Уилшера и особо и не забиваешь. Команда часть матча провела в меньшинстве. Радуется Арсенал, может быть, Арсенал победил со счетом 1-0, как вариант, как очевидное построение этого всего матча. В общем, попробовали, друзья, организовать расчетный по ходу прессинг. Игроки, которые, друзья, возможно, из обороны в пас играли и ждали, друзья, соответственно, от команды больше каких-то моментов, больше каких-то понятий, потому что Арсенал без Джека Уилшера, друзья, это не совсем мощный Арсенал, не совсем мощная уже, мне кажется, даже конкуренция. Но да, Арсенал, друзья, кстати говоря, выиграл, это вот очень важный был гол от Мисута Озила на 90-й минуте. Вот такой вот матч между этими командами, мы сейчас быстро посмотрим, завершим, потому что сегодня не очень того много матчей, больше там мы больше смотрим, потому что играли Барселона с Баварией, Манчестер Сити мадридским Реалом играет позже в мейн-эвенте этого 140-го мирового. Именно Манчестер Сити, друзья, прямо сейчас сыграет, походу, да? Посмотрим, как Манчестер Сити сейчас сыграет против мадридского Реала. В общем, все ждали, все, наверное, ждут от Сити Кубок Чемпионов. И дождались, друзья, да, они дождались, друзья, Кубок Чемпионов. Они показали прессинг, расчетный, правильно организованный прессинг из обороны в пас. И это случилось, друзья. Сезон 22-23 для Манчестер Сити стал выдающимся. Кубок Англии. Английская премьер-лига и Лига чемпионов УЕФА. Лучшая команда мира всего сегодня против Манчестер Сити. Это мадридский Реал. Она самая титулованная команда в Европе, в мире. Не знаю, как вам больше сказано будет, да. В общем, команда мира тогда создала полузащиту, друзья. Мне кажется, с точки зрения обороны, созидая противнику мощную конкуренцию, извлекая общий потенциал, извлекая общий прогресс на оптимальный контроль. Контроль в матче активного завершения. Конструкционное, вот именно конструкционное оборонительное построение, создавать ожидания и реали, то, к чему стремятся команды в мире спортивных развлечений, проект Вселенная, рейтинг FIFA. Вот именно к этому они стремятся. Именно конструкционное, именно оборонительное построение, именно создать, именно воссоздать, именно ожидали. Именно ожидали, именно они это сделали. В общем, как-то вот так вот, маленько, может быть, спутано, может, маленько не так недопутано. В общем, надо создать мощную конкуренцию в мире спортивных развлечений. Нужно извлекать каждый свой общий прогресс из матча, извлекать свой каждый процесс из момента, создавать больше моментов. Если ты создаешь больше моментов, ты показываешь лучший футбол. Если ты создаешь мало моментов, никакого футбола, в принципе, и не может быть. Сити показал чемпионский хет-трик в сезоне 22-23. Они завоевали все, что могли, друзья. Мы помним чемпионский хитрик у Манчестер Юнайтед 1999 год и Манчестер Сити 2023. Именно FIFA 23 очень хорошая, мне она нравится, я в нее очень много уже вложил, эту FIFA 23. Она по сути как FIFA 16, вот этот, который сейчас мы смотрим, воспоминание очень большое, такое, знаете, для меня даже трагическое, в том плане, что, бля, я так столько всего в FIFA этой 16 всего сделал, и даже сейчас как-то печально, что это последний завершающий тур. Ну ладно, мы живем не прошлым. Прошлое, оно пусть в прошлом, мы идем в будущее, поэтому, соответственно, все, что было в прошлом, пусть остается в прошлом, мы идем в будущее, нам не нужны эти все вот эти, давай, все, отпускаю тебя, все, до свидания, FIFA 16, ты уже совсем скоро от меня уходишь, FIFA скоро уже закончится. В общем, посмотрим, как сегодня покажут команды от Манчестер Сити, все мы ждем, друзья, мы просто в ожидании матча Манчестер Сити, мадридский Реал. Потому что мадридский Реал, друзья, претендует на то, что он готов уже оформить чемпионство. Он уже, по сути, оформил это чемпионство. С вашего позволения, я выпью. Здесь спорить смысла нет никакого. Это пенальти, и это предупреждение игроку. Отлично сыграно, надо решать. Навес. Эрнанес. Штанга. И мяч уходит. Ух, бля, заглотнул аж. Аж, блин. Фантастика. Гол со второго этажа. Аж два последних было хороших. Хорошо было прям. Прям два, как два мяча. Два глотка прям таких большущих я сделал. Еще один, да, еще одна
одна, еще одна нам покажут, друзья, повторные моменты всех этих предыдущих матчей. Я почему, друзья, сегодня записал все эти матчи, потому что, друзья, нас ждет сейчас мейн эвент, а по времени всего 25 минут, соответственно, или меньше даже. То есть, чтобы побольше, соответственно, чтобы ролик, я обычно всю жизнь FIFA делал как, то есть, FIFA прошла, и вот эти все повторные моменты, они, в принципе, ни к чему. Для чего эти повторы? Просто вспомнить, как играли матчи, поэтому, друзья, всю жизнь оставляю на конец. То есть, как бы это не так важно, это просто, чтобы было, ну, как бы это не обязательно даже, в принципе, смотреть. Ну, в общем, кто понимает, тот ставит лайкосики, лайкосики нужны для кого? Для тебя, для меня. В общем, ставь лайк и не будь как... Эштегин, чтобы пас не отдавать так напрямую. Ну, мы же знаем эту схему и систему, мы же понимаем всю эту методику, как играют игроки. Ведь это приходит все из уникального опыта. Я же уже говорил, друзья, игровая трансформация, игровой момент из этой зоны в схему, из этой зоны в схему тактического анализирующего, перестановка игроков. То есть игрок переместился и добился такого великолепного результата. Что-то в этом понятие, что-то в этом, да. Очень мало до начала матча остается, друзья. Дождливый этих от стадион, друзья. Манчестер Сити, Англия, Барселона, Испания. Георгий Черданцев, Манчестер Сити, Константин Генич за Барселону, за Лионеля Месси. Ой, за Мадридский Реал, за Криштиану Роналду. Барса уже свою сыграл, это мейн-эвент, друзья. Прямо сейчас нужно сделать все, что угодно. Манчестер Сити, напряжение растет до последнего. Нужно сейчас составить тотальное доминирование. Нужно сейчас продемонстрировать, превзойти все ожидания по результативности. С оборонительной точки зрения... Структура во владении мяча, играть смело, играть вперед, играть во владение, играть в мяч, во владение мяча, играть смело, прессинговать, навязывать борьбу, играя на чужой стороне поля, делать так, чтобы эта команда ее не боялась, сделать тотальное превосходство, доминирование, развивать свое преимущество над противников. Сейчас происходит то, что происходит. Кун Агуэро против Криштиану Роналду. Два важнейших конкурента за этот сезон, друзья. Это просто, это квинтэссенция. Внимание, то, во что играет Криштиану Роналду, то, во что играет Кун Агуэро. Это настоящая кульминация завершения сезона. Это квинтэссенция понимания того, во что играет Мадридский Реал и Манчестер Сити. Во что играет Зинедин Зидан и Пеп Гвардиола, друзья. Именно вот понимание, во что играют эти команды, друзья. Они играют, друзья. Они превзошли все ожидания, друзья. Никто ожидал, что так будет круто играть Манчестер Сити. Криштиану Роналду, кстати говоря, решил сломать Куна Агуэро. Криштиану Роналду просто взял и почти сломал Куна Агуэро. Ответный момент. Роналду один. Гол забивает уже 1-0. Мадридский Реал. Давид Сильва. Где Кун Агуэро? Это борьба за Буцу. Это борьба за инициативу. За все. Все, что можно быть здесь. Тотальное доминирование. Развивать надо. Показывать надо. Роналду 1-0, друзья. Вот так вот выглядит то, что должно выглядеть. Вот так вот выглядит настоящее противостояние. Вот так вот выглядит футбол настоящего фаворита. Того, кто уже, возможно, оформил чемпионство за право быть чемпионом. Это, друзья, можно сказать, чемпионство, если посмотреть с какой-то стороны. Но есть Кун Агуэро! Есть Кун Агуэро! Криштиану, не забывай, что есть Кун Агуэро! Пенальти! Пенальти! Поставит он пенальти! Агуэро, ты полегче, слышь, Агуэро почти уже, друзья, готов был набить морду Марселу, разъяснить ему все по законам, по статьям, все в гражданском кодексе понятия. В общем, соответственно, друзья, Кун Агуэро! Кун Агуэро! Кун Агуэро! Кто главный фаворит Криштиану? Кун Агуэро не забивает пенальти Кун Агуэро. Вот это да, друзья. Кто такой мог ожидать, друзья? Как так можно бить пенальти Кун Агуэро? Незаслуженно как раз. Соответственно, друзья, Кун Агуэро не забил пенальти. И Серхио Агуэро, ты смотри, какой он напыщенный Серхио Агуэро, друзья. Что-то сегодня с ним. Он, естественно, расстроился тем, что он не забил пенальти. Он уже, естественно, друзья, попортил себе статистику. Он подпортил статистику Манчестер Сити. И все, друзья, нужно сейчас идти вперед, прессинговать, навязывать борьбу. Я уже сказал, друзья, играть, навязывать борьбу, играть на чужой стороне поля как можно больше, как можно, да, вот так вот, да. Вот так вот, да, сейчас посмотрим, как Кун Агуэро, друзья, исполнит штрафной удар. Первый тайм у нас заканчивается, решил разыграть Кун Агуэро. Он уже почти в штрафной площади, дождь мешает играть. Криштиану Роналду просто отобрал мяч у Кун Агуэро. Кун Агуэро, друзья, сейчас подкат пойдет, отомстит за тот момент, который Криштиану ему сделал в начале первого
первого тайма, который еще до сих пор идет. Это самый первый тайм, но в начале матча этого сделал все. О, Кунагойра прибежал. Решил поиграть с Криштиану, решил поиграть с Роналдо, не в этот раз. Так, перекладина, друзья, сыграет роль за пропуск незабитой пенальти, друзья. Криштиану пока что на уровень превосходит Кунагуэра, потому что Кунагуэра-то еще не забил, а Криштиану Роналду, друзья, уже совершил три удара, из них один, друзья, был реализацией. В общем, навязывает план Манчестер Сити, получает полное удовольствие от сегодняшнего происходящего результата. Вот такой результат от Кунагуэра! От Кунагуэра! Криштиану Роналду, как тебе конкуренция от тотального превосходства? Навязывает борьбу, делает момент, развивает преимущество. И Манчестер Сити, друзья, в сезон 15-16, может, и такой был крутой, но в сезоне 20-23 они выиграли все, они выиграли, можно сказать, они хет-трик оформили, друзья. И Сити стремится к тому, чтобы завоевать право чемпиона, чтобы завоевать мировые спортивные развлечения спокойно. Спокойно, не паникуем, сидим спокойно. Сидим, бля, спокойно, как эти солдаты, бляха. Сидим спокойно, спокойно сидим, ничего не паникуем. Сидим и сидим, и все, и просто ничего не говорим больше. Спокойно, бляха. Кунагуэра! 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 Его, кстати говоря, даже заменили. Его, кстати говоря, заменили. Вот этот такой бежит. Вильфрид Бони. Вильфрид Бони пас на Сильву. Это стопроцентный момент, который не реализует Манчестер Сити. Навязывает план, навязывает игру, навязывает значение в этом понятии игры. Великолепно играет Манчестер Сити. Получает полный... Какой удар, действительно, какой удар. Навязывает полный план. Получает полноценное, полное удовольствие от процесса игры. И Криштиану Роналду, друзья, уверен в том, что, соответственно, он просто красавчик. Да, он забил... Ох, спасибо! Спасибо! Тебе говорит Роналду! Роналдо! Роналдо! Друзья, ему просто подарили. Ему просто взяли и подарили такую карьеру! Ему просто, друзья, взяли и подарили такую карьеру в мире вселенной, друзья. Ему просто подарили, друзья. Все его голы, это просто ему везет. Ему, понимаете, друзья, ему везет. То есть... Он не Месси, друзья, я это уже точно знаю. Он не Месси. Да, Криштиану хорош. Мне нравится Криштиану. Мне нравится его харизма. Мне нравится Криштиану во всех аспектах, во всех понятиях, во всех смыслах. Но Месси — это Месси, друзья. Криштиану — это Криштиану. Мы все знаем, кто круче. Месси будет покруче. Но в этом сезоне Роналдо! Друзья, в этом сезоне Роналдо должен сделать все. Он превзошел Куна Агуэра. В этом матче, друзья, но у них борьба как осталась. Так и осталось, друзья. Они лучшие бомбардиры одного уровня этого сезона, друзья. Не ясно, кто станет чемпионом. Не ясно, сможет ли Манчестер Сити и Кунагуэра, друзья, навязать настоящую борьбу в остаток сезона именно Криштиану Роналду, друзья. Сможет ли Кун не отстать от вот этот, да, Серхио Агуэро? Сможет ли он? Да, он расстроился, потому что его команда проиграла. Его заменили зачем-то, может, небольшое повреждение у Кунагуэра, друзья. Да, вот эти вот повреждения, вот это вот все в Кунагуэра, друзья, и сломило его, по сути, карьеру, друзья. Вот эти повреждения, замены, то, что он маленько ленивый. Да, Криштиану — это прирожденный бомбардир, мы все это знаем, мы все это понимаем. Поэтому Криштиану, естественно, друзья. Но как в этом сезоне, друзья, показывать себя Кунагуэра, это просто потрясающе. Просто настоящий фаворит Кунагуэра в этом сезоне. Он не просто, друзья, как, знаете, преследователь, да, Куна. Он прямо не то, что дышит в спину, он его превосходит. С каждым матчем то он его превосходит, то Криштиану превосходит Серхио Агуэра, то Серхио Агуэра превосходит Криштиану. В этом матче попытался Криштиану сломать Кунагуэра, это ему не удалось. Но Криштиану, друзья, с помощью какой-то удачи, ему реально по фактам всем везет. Он смог, друзья, превзойти Куна, он забил 2, а Кун забил 1. Криштиану 2, а Кун забил 1. Мы заканчиваем, друзья, это 140-й мировой в мире спортивных развлечений проект «Вселенная рейтинг FIFA». Это FIFA 16, остается 2 тура, 141 и 142. И все, друзья, FIFA 16 удаляется с нашего понятия всех смыслов взятых. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте это видео. И всем до встречи. Так же, как и на трансляциях, так же, как и на видео. И на проекте «Вселенная рейтинг FIFA», «Universal FIFA». Сезон 15-16, FIFA 16. Всем аревуар!